Скоро достану. Тебе понравится. Будешь в восторге. Какого хрена ты сейчас встречу назначил? Что за подстава-то? Подстава твоих, затем и позвал. В смысле? За мной хвост. Ты поэтому ты меня приплел? Ты дебил? Если за мной хвост, то и на тебя выйдут. Твоя задача, чтоб менты меня не трогали. Мне жопу подставлять не всралось. В таком случае... нужно залечь на дно и не высовываться. М? Так и сделаю. После того, как получу товар. Сейчас не могу срывать сделку, будет слишком подозрительно. Но я залягу. Свалю свою девчонку куда-нибудь в Таиланд на годик. А тебя... тебе лучше сразу сдохнуть. Самостоятельно. Причем тебя, если что, твои же менты удавят. Поэтому ты, сучара, вместо телефонного разговора решил назначить встречу, а сам свалил со своей девочкой. Молодец. Молодец. Мы оба знали, на что подписывались, и какие могут быть последствия. Я хочу показать кое-кого. Есть один человечек. Что за человечек? Я понаблюдал, может стать нашим. Мозги варят, дай боже. Связи у него охеренные. Грех не использовать. Проверь, присмотрись. Инфа только тебе. Вербовка на твое усмотрение. Хорошо. Это сжечь. Да. утро, коллега. Коллега? Да, начальство нам новых висяков накидало. На, уже есть мы. Теперь да. Жень, представляешь, начальство решило, что ты можешь быть полезна. Счастье-то какое! Да, я говорю, не все ясновидящие одинаково полезны. Привороты, отвороты, всякая чертовщина. А тут висяки, дело другое. Дегтярев тебя даже звание жаловал. Жалование от слова «жалость». Ну, если исходя из расчета полставки эксперт-криминалист, тогда да. Макаров, да за привороты отброшенок я получу куда больше. Ну, это следующий этап твоей экстрасенсорной карьеры, а пока висяки. Ты знаешь, никакого принуждения, все по желанию, так что выбирай. Презентуй. Угу. Отличненько. Тогда расчлененка подходит? Понял. Дядька. О, кладбище. Там кто-то умер? Представь себе, ночью обязательно сходим. Хлебзавод. Человек в тесте. Очень интересная история. Вот колбасный цех есть. Значит, тело сбросили в промышленную мясорубку. Я тебя прошу, без расчлененки. Это не расчлененка, это перемалывание, как бы. О, вот приятное место. Вот это приятное место. Почти целый труп. Ну и приятная компания. Подожди, я ничего не понимаю. Ты меня на место преступления приглашаешь или на свидание? Слушай, а почему бы нет? Я тебя приглашаю прогуляться по оранжерее. Внезапно. А где восторг? Я что-то не вижу. Там бабочки, цветочки будут, в конце концов. Труп многолетней выдержки. Да уж, романтик. Послушай. Труп захоронен, дело осталось, а у меня дичайший дискомфорт. Берем? Как-то малолюдно, да? Не любит нас народ ботанику, знаешь. В общем, так, история такая. Пару лет назад здание делали капремонт. Значит, вытащили все эти растения, горшочки и раскопали прикопанный трупик. Ну, установить личность не удалось. Известно, что это мужчина в возрасте от 18 до 25. Вот. Нам, значит, повис незапланированный висяк. А здание обросло байками, что по ночам здесь бродит призрак. Призраков нам еще не хватало. В общем, наша, твоя задача уснуть здесь, проснуться и описать личность убийцы. Хотя я считаю, что задание, конечно, не распланированное. Почему? Ну, потому что убить его могли где угодно, и тело принести сюда и спрятать. Так что мое ощущение, что тебя ждет хороший, здоровый сон. Спасибо тебе за заботу, Макаров. Такой ты добрый, но если здесь действительно кого-то когда-то убили, то меня ждет очередной приступ невроза. Женя, мы в оранжерее. Кто здесь может умереть? Ну, если только куст кактуса. Ну, это все, конечно, здорово, но как тут можно остаться на ночь? Только не поворачивайся. Осторожно, небо. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Ночное свидание в оранжерее». Это наша самая популярная услуга. Пара проводит ночь в зале с ночными растениями с 10 вечера до 7 часов утра. В стоимость входит аренда спального места, шампанское, фруктовая тарелка. На завтрак кофе, круассаны. Можно с собой алкоголь и еду. Романтично, по-моему. Берете свидание. Молодой человек, вы к кому? Я в 21-ю, Кириллу. Я его друг. Звоню, не отвечает. Поможете? Вы друг Кирюш? Да. Какое несчастье. А что случилось? Кирюш умер. Газом отравились. Кирюшу вчера похоронили, а Женечка до сих пор в больнице. Ага. Да. Круто, конечно. За 16 тысяч. Очень красиво. Наверное, пора начинать. Да спать, я говорю, Макаров. Так, да, Жена. Естественно. Да. Чего я хотел? Здесь воздух такой необычный. Совсем не городской. Да. Удивительное место. Потрясающе. Это вы из Следственного комитета? Капитан Макаров. Вот мы сделали копию паспорта, медзаключение. Просить пока невозможно, сами видите, в каком у нас состоянии. Журавлева. Разрешите представиться. Марта Генриховна Бернгольц. Чего вы стоите? Приступайте. Приступайте, я сказала. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на ленивых бездарей. Начинать нужно отсюда, чтобы рассмотреть сердце. Хотя можно начать из мозга. Лично я предпочитаю первым делом мозг. Сосредоточение разума. Самая привлекательная часть мужчины. Вы так не думаете? Вот как? Неожиданно. Неужели вы не хотите препарировать его? Или вы из тех наивных дурочек, что слепо доверяют мужчине, как пошло? Как насчет этого? Интересный экземпляр. Хотите вскрыть? Нет. А зря. Стоило бы. Бесспорно, это ваш лучший вид, мой милый. Вот, обратите внимание, патологический лжец явился в мою лабораторию, вошел в доверие, а оказалось, насмехался надо мной. Как? Он говорил, что я красивая. Много чего говорил. Вы очень красивая. Если бы я была такой красивой, возможно, когда-нибудь наука научится делать красивые лица. Но он насмехался надо мной. Они все насмехались надо мной. Думали, я не слышу, какие гадости они говорят за моей спиной. А я все слышу. Я не позволю себя унижать. Не смейте мне мешать. Его следует вскрыть. Вытащить всю гниль и сжечь. Вы надеетесь проснуться? Вы, похоже, ничего не знаете о природе своих снов. А ведь они реальнее, чем вы думаете. И вы, обладая таким любопытным даром, даже не удосужились изучить его. Я думала, вы умная, современная женщина, а вы просто клуша. Вас надо поставить там. Разве это не лучшее место для бестолей? Вот и первое наблюдение. Вы сейчас находитесь в опасности. А что делает этот дегенеративный самец? Предлагает остаться и разделить его участь. Помоги мне. О, эти мужчины. Они не позволяют нам развивать свой разум. Дорогая моя, я вас освобожу. Я всех нас освобожу. Я здесь, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все, я здесь, все хорошо. Что-то страшное такое. Безумно страшно. Я в твои приятные трупы больше не поверю. Так, все. Поехали отсюда. Все. Погоди, пока не забыла. Марта Генриховна Бернгольц. Раньше здесь был анатомический театр. Отец Марты Генриховны Бернгольц изготавливал здесь наглядные пособия для студентов-медиков. После его смерти она продолжила его дело, но разразился нереальный скандал. И... Почему? Потому что женщина того времени не могла заниматься вскрытием. Наехали на нее, и она вместо вот этого анатомичку переоборудовала в оранжерею. Ну, получается, она могла убить этого бедолагу. Возможно, даже не его одного. Я думаю, не его одного. Ну, в любом случае, мы это без экспертизы не узнаем. Не узнаем, сколько лет трупу. Ты с башней дружишь, сколько экспертиз надо сделать? Ну, есть хорошая новость. Мы с Женей свою работу сделали. Теперь твоя проблема. Твою же мать. Я пойду, потому что вас на улице. Тормозни. Ты помнишь недавнее дело о семейке извращенцев? Елена Константиновна? Да. Это дело ФСБ себе забрала. В особый отдел. Под контроль майора Новикова. Чё это? Они накрыли очередной ресурс в Даркнете. Обнаружили видео с теми девочками. Снимали снаф на продажу. Возможно, на заказ. Сейчас безопасники шустрят. Ищут соучастников. Так тебе, в дорожку. Принял. Да, ну я тебя проводил, да? Наверное. Пойду, наверное. Пора. Да? Да. Пора. Слушай, ночка выдалась сегодня. Испугала меня, когда закричалась. Да, я такая. Я могу. Да. Я сильно испугался. Ты мне просто скажи, ну, Макаров, иди нахер, да, и я... Не уходи. рефлексия совершенно ни к чему. Уходите из моих снов. Ваши? Вы уверены, что это ваши сны? А может, это вы видите мой сон? Может, это вам следует уйти из моего сна? Но видите ли, я очень рада, что вы вошли в мое существование. Рада возможности общения, пусть даже с таким наивным и доверчивым созданием. И как я рада возможности помочь вам развивать свой ум. Да, вот оно, моя миссия, мое предназначение. Помогать подобным вам освобождаться. Чистый, светлый, просвещенный ум. Вот основа вашей свободы. Они пытаются забрать его у нас, но я не позволю. Я вас спасу. Вот ему, например, совершенно нельзя верить. Он лжет. Нельзя позволять лжецам управлять вашей жизнью. Мы должны освободиться от них. А заодно мы с вами проверим, насколько мой сон может воплотиться в реальность. Нет! Убирайтесь! Это мой сон! Ваш сон? Значит, и реальность ваша. До встречи, моя дорогая. До встречи.